Слушай, у тебя вкусный чай? 165-й день в Крыму. С утра проснулся, мне позвонил мой питерский друг, приехал и привез мне... Мой любимый квас хатни. Никогда в жизни не вкусный квас. Очень шоколадный. Основную часть дня я по-прежнему сегодня занимался нашим интернет-магазином. Кстати, все вот эти чаи вы можете найти именно там. И не только чаи, надо сказать. Там есть и сладости, есть и косметика, и очень много чего. В общем, пройдите, ссылочка в описании. Царица твоих очарованных глаз. Моя любовь и страсть к тебе растет, 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 но внезапно может и упасть. Люша! Неси зайку. А еще вчера вечером у Ксюхи началась хандра. Я всегда думаю, Питер, Питер, Питер. Всегда говорю то, что он скучный, в коляске. Я даже от некоторых подростков слышала то, что им больше Питера нравится. А теперь мне хочется в Питер. Странно, никогда раньше я не замечал за ней тягу по Санкт-Петербургу. Между тем стоит заметить, что действительно иногда не хватает какого-то ощущения мегаполиса. С другой стороны, все эти красоты, которые окружают тебя круглый год, достаточно неплохо скрашивают это ощущение. Тем не менее, вопрос нашего дальнейшего пункта назначения поднят. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос придется обсуждать более детально. У нас семейный совет на кровати.